Так, друзья, это наши любимые Lexus NX200 с вариатором К114. Машина приехала с ошибками. Есть стандартные проблемы у К114. Это в гидротрансформаторе отлетают клепки. Я этот гидротрансформатор сниму, отвезу, разрежем, и я вам покажу, где там клепочки слетели и что с ним будут делать для усиления. Друзья, это у нас К114 от Lexus. Видите, все прикручено на резьбовой герметик от Toyota. Это наш К114 уже в разобранном виде. Как мы видим, протектор ремня в хорошем состоянии. В принципе, весь вариатор в хорошем состоянии. Видите, подшипник стоял. А этот подшипник новенький. Корпус. Оп-оп, друзья мои. Это на память. Да, видите, клепка, о которой как раз мы говорили, ее нету. Ну и как вы видите, накладки тоже нету. И вот что она оставила на память. Ну, вы как видели, да? Это стандартная проблема, отлетают клепки. Ну и вот такая вот проблема происходит. А как эту проблему решают, то есть именно с этим гидротрансформатором? А заменят накладку, проточат все и заменят клепки на большего диаметра. Вот, но это еще не все. А данную проблему можно решить иным способом. Я считаю этот способ еще круче. Вот. В случае, так вот здесь вот, данный гидротрансформатор, он абсолютно идентичен, все у него одинаковое, но внутри у него нет клепок. Данный гидротрансформатор от другой трансмиссии вариаторной Aisin, вот, в нем уже нет проблем, но он подходит абсолютно идентично и работает точно так же. То есть в данном случае мы поставим вот именно этот бублик, у которого нет, в принципе, проблемы.